Вот слушай, привет всем, ты скажешь на камеру. Что мы сегодня будем готовить, об этом спросим у бабы Ларисы. Ага. А, нет, мы собрались что-то приготовить, но мы еще об этом не знаем. Нужно спросить у бабы Ларисы. Баба Лариса, что мы будем готовить? Я тебе скажу, давай. Здравствуйте, мы сегодня что-то приготовим. Но мы пока не знаем ничего. Надо спросить у бабы Ларисы. Баба Лариса, что мы будем готовить? А сегодня мы, внучка Настя, приготовим куриные котлеты с рисом. Вот из куриной, из куриной печени. Ты представляешь, что это такое за блюдо? Ты когда-нибудь ела такие котлеты? Дай мне, секунду. Дай мне яйцо. Подожди, это печень. Секундочку, ты же помощница, ты сидишь и тихо-тихо смотришь, наблюдаешь, ты учишься. Мы взяли с тобой сегодня вот 900 грамм печени. Щит. Это очень хорошо. 900 грамм куриной печени. Мы ее опускаем в чашку. Ее нужно нам промыть. И почистить. Сейчас мы это сделаем и приступим к приготовлению. Печень промыла, почистила. Держала в сети. Что случилось? Сейчас мы будем перемешивать это блендером. Ой! Ты лучше посмотри, какое у нас тут получается. Тесто жидкое. Погляди себе вовнутрь. Не колоти яички, а то сейчас ты их разобьешь. У нас здесь настоящий концерт. То есть мы с тобой создаем музыку? Кулинарную музыку? А ты на чем играешь? Ну это какой у тебя инструмент, как будто? У тебя яйца это скрипка? Да, вот так. А у меня какой инструмент? У тебя мешалка. Какая же это мешалка? Разве бывает такой инструмент? Да. Посмотри, как у меня все стало однородно. Я могу даже двоими яйцами. Это ты специалист? Значит, мы перемешиваем блендером до тех пор, пока у нас не станет масса однородной. Ну, значит, печень мы приготовили. Сейчас мы будем готовить лук. Лук мы будем мелко резать. Ой, у меня даже слезки. Да ты что? Ты чуть-чуть отстранись, чтобы ты не чувствовала запах. Вот. Мы будем его очень мелко резать, чтобы положить в котлетки. Вот. Спасибо большое тебе, Настюша. Вот здесь будет. Ты такая помощница растешь. Потом ты, когда я буду старенькая, ты будешь мне котлетки такие готовить, да? Ага. Две луковки я буду использовать. А печени у меня было 900 грамм. Лучок мы порезали, правда? Сейчас мы будем добавлять сюда вареный рис. Вот здесь вот в ковше я сварила ровно 11 ложек риса. И вот сколько у меня получилось. Я ровно половину выложу в котлеты. Вау, сколько много я взяла! Вау! У меня очень большая ложка. Она много загребает. Ой, даже чуть. А сейчас совсем вес меняешь. Даже чуть больше половинки немножко. Все. Так, рис мы добавили. Теперь мы добавляем яйца. И ножиком. Но я их разбиваю ножом, чтобы не накрошить туда. Так, а кто у нас заведует специями сегодня? Внучка Настя?
У нас внучка Настя сегодня заведует специями. Осторожно, там перчик. Видишь, ты вскрыла эту штучку. Добавляем сюда перчик черненький. Закрывай. И соль. Дай им я. Открывай скорее соль. Вот умница. А я добавлю давай. Ты немножко посолишь, и я. Вот умница какая. Теперь баба Лариса посолит. Вот такую щепотку соли. Теперь мы это все перемешиваем. И ставим на духовку, что ли? Нет, мы еще должны сюда добавить муки. Кстати, а где у нас муку? Муку мы сейчас принесем. Все нужно тщательно перемешать. Добавить 3 ложки муки мне будет достаточно. Настюш, давай я уберу специи. Давай я перчик. Тут уже очень много перчика. Добавляем сюда 3 ложки муки. Перемешиваем. Настя, ты видела, что мы уже перемешиваем с мукой? Да. Вот надо же все запоминать. А то ты как будешь мне котлеты такие готовить? Ты и папе с мамой приготовишь, да? Какая хорошая, и Юрику приготовишь. Ну все, тесто наше готово. Разогреваем сковороду. Наливаем туда подсолнечное масло, как обычно. И печем наши котлетки. Вот так обжариваем с двух сторон на подсолнечном масле. Ну, немного масла можно наливать. Обжаривать. Вот я обжарила уже. Да, урыжу. И скоро будем кушать. Вот так ложкой, как оладушки, кладем. Не знаю, что это. Котлетки, оладушки. Больше. Кому как нравится, так и называется. И обжариваем с двух сторон. Еще и сладкие. Нет, ты так скажешь, сладкие не говори, скажи. Какие вкусные котлетки, баба Лариса. Ну, давай. Сейчас. Давай, ты же актриса, давай. Здравствуйте, вот баба Лариса такие котлетки приготовила. И мы сейчас будем их кушать. Получились, ты же актриса, так вот ручки разведи. И мы их еще будем кушать с салатиком. Нет, подожди, я давай, еще давай. Не договорилась. Давай, давай. И здравствуйте, сейчас... больше не говори. Ты уже... Давай сначала. Давай сначала. А можно еще, еще зелень. Зеленью. Салатик с зеленью. Давай, говори. Посмотрите, пожалуйста, какие котлетки у нас получились. Говори. Ты какую? Какие баба Лариса приготовила котлетки. А еще и соленые. Слушай, как ты как актриса. Не надо говорить здравствуйте, ты уже здоровалась, мы уже засняли. Ты скажи, посмотрите, пожалуйста, какие посмотрите, у нас вкусненькие котлетки. Посмотрите, пожалуйста, какие у нас вкусные котлетки. А еще баба Лариса их будет салатиком кушать, соленые такие. А котлетки очень вкусные получились? Соленые только. Соленые? А ты любишь все сладкое, да? Да. Значит, баба Лариса тебя угостит чем-нибудь сладким. Вот такие котлетки у нас получились с куриной печенью. Или оладушки, или котлетки. Оладушки! Сейчас мы их будем кушать. Всем приятного аппетита! Всем пока! Пока-пока!